Сегодня 24-е, да. 24 января. И посмотрите, что у нас. Это Англия. Снег, как в России, Украине. Ой, как красиво. Интересно. Вот жалко, что не видно, как снежок идет. А ведь он идет. Может, так лучше? Не видно. Он очень мелкий сейчас. Но какая красота! Посмотрите. Это же сказка. Просто сказка. Знаете, когда у нас был снег в Англии? Я имею в виду на юге Англии. В Шотландии там, наверное, каждый день снег. А у нас нет. У нас был снег. Сейчас скажу. Кажется, в 2010 году. Ну так, он выпал вечером. Даже умудрились слепить какую-то снежную бабу. Дети поиграться на снегу, вот так вот поваляться вот на таком снегу. Вот столько же было снега. И вот тогда был снег. Все. О, вот так вот немножко, по-моему, видно, что снег идет. Он мелкий, мелкий очень. Ну, красиво, красиво, красиво. Все крыши в снегу. Все в снегу. Травку замело снегом. Боже мой, когда такое было? Как приятно. Здорово. Здорово просто потому, что это напоминает родину. А все мы, кто живет за границей, мы все скучаем в любом случае, конечно, однозначно. И нам этого не хватает. Ну, как говорится, где бы ты ни был, тебе всегда чего-то будет не хватать. Прекрасная страна, но родина есть родина. Но красивая страна очень. Тоже. Но это уже отдельная тема, отдельный разговор. Красивый снег, прекрасный день, замечательный просто. Вот так красиво он начался. Ну что ж, всем счастья, счастья и еще раз счастья. И главное здоровье, чтобы вы и ваши родные были здоровы. Пока.